Глава третья. Мэв. Мэв решает одна отправиться к повелителю тьмы и не подозревает, что уготовила ей судьба. А какого хрена она решила вообще к нему припереться? Жаль покидать лес, все-таки это мой родной дом. Дирижабли помогут мне быстро добраться до Нордранда, но их нужно сначала приготовить к такому перелету и взять все нужное. Так, продержаться? Мэв! Мэв! Госпожа Мэв! Что случилось, Ная? Госпожа, наши совы и разведчицы нашли три огромные базы нежити и не готовятся к атаке. Что будем делать, моя госпожа? Какого хрена? Она же сдохла! Вы... автор, ты чё курил? Нет, это невозможно. Когда не успели, главные базы нежити командует могущественный маг. Своей магией он заставляет здание быстрее строиться. Нам нужно еще немного времени. Дирижабли еще не готовы. Поднять тревогу, братья и сестры. Держитесь! Продержаться, походу. Черт, ну будем держаться. У нас огромное 20 минут, но хоть недолго. Дерево добывается. Я карающий меч в руках. У нас нет времени. Так, по-моему, мне кажется, стоит все это переместить больше именно на склоны. Так, и палиться не будут эти деревья особо. Ай! Нет, они убили это дерево! Да вы поплатитесь за это! Черт. Закопал, называется. Самое время. Мой лук всегда со мной. Когда начинать? А, кстати, эти неуязвимы. Почему неуязвимы-то? Укажите мне путь. Черт! Ваш ход. У нас нет времени. Так, мой элитный карающий отряд. Отправляемся. Иллиган где-то здесь. Опа, не ожидали увидеть, а? Так, надо все это исследовать. Мне кажется, мы теряем время. Так, отправляйся-ка сюда, поближе к своим братьям. Поторопись. Блин, не убили возмездие, черт! Как я это мог не уследить? Исследование завершено. На нас напали. Наш город осаждают враги. Укажите мне путь. Пора на охоту. У нас мало времени. Черт, а все это нереально контролить. Кажется, мы теряем время. Самое время. Вступлю. Так, сейчас бы маны немного. Пора. Иллиган где-то здесь. Так, здесь вы... служу закон. Не очень-то исправляетесь. Пора. Исследование завершено. Никто не уйдет. Поторопись. Пора на охоту. Мой лук всегда со мной. Так, нам надо просто выбрать одну точку, где мы будем держаться. Укажите мне путь. Но я даже не знаю, где. Будем копить войска. Поторопись. Исследование завершено. Самое время. Так, да, здесь. Да, у нас нет времени. Исследовать. Отступлю. Так, нам надо как-нибудь войска разбросать. Здесь вот это чисто, а мы сюда. Виновные будут наказаны. Я люблю природу. Что случилось в наших лесах? С радостью. Так, да знаете что?
Идем-ка строить светлячками. Привет. У нас нет времени. Давай, 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 иди сюда. Самое время. Аштарадас. У нас хотя бы преимущество есть. Неуязвимые сторожевые древа. Сюда, наверное. Мне кажется, мы теряем время. Укажите мне путь. Нет, жду приказа. Хорошо. Что случилось в наших лесах? У нас нет времени. Ваш ход. Нафига нам магический обелиск? Виновные будут наказаны. Пора. Так, нормально все, живем. Самое время. У нас нет времени. Мой лук всегда со мной. Ряд уж строить, уж не самого эффективно. Виновные будут наказаны. Готов. Никто не уйдет. Готов. Поторопись. На нас напали. Пора. Так, восстанови себе что-нибудь. Черт. Как я люблю. Виновные будут наказаны. Так, давай, туй сюда. Я отступлю. Служу закон. А где возмездие? Пора на охоту. Так, живы, здоровы, круто. У нас нет времени. Шпривуйся. Как я люблю природу. Укажите мне путь. Так, по-моему, стоит тут сюда еще пару войск переслать. Виновные будут наказаны. Самое время. Причем я тут нифига Прошу. Не оставил. Конечно, скучноватая глава будет. Одни и те же волны. А, серьезно, это крыса выжирала целых 5 единиц еды. Укажите мне путь. У нас нет времени. Нет. А, ну логично. По 3 единицы. Еще двух дряд. Исследование завершено. Пора. Готово. Готово. Поторопись. Так, для урона. Вступлю. Пора. Так, продержится. Я иду сюда. Илидан где-то здесь. Самое время. Ах, как я люблю. Жду приказа. Покажите мне путь. Пора на охоту. Так, ну теперь, наверное, на мид надо ставить. Служу закону. Свитка. Здесь не бывает свитков исцеления. Ах, как я люблю природу. Поторопись. Мой лук всегда со мной. И Дан где-то здесь. Самое время. Мне кажется, мы теряем время. Укажите мне путь. Пора на охоту. Служу закону. Так, not bad. Виновные будут наказаны. Просто беготня. Илидан где-то здесь.
времени. Пора просыпаться. Ну все, сейчас ночка, и мы затусим. Самое время. Да, вот тем временем остается один... А, вот это главное исследование я не сделал. Так, это плохо. Так, теперь нам надо что-нибудь еще сюда поставить. Поторопись. Готово. Что приказ? Мне кажется, мы теряем время. Готово. Или там где-то здесь. Здесь гаргульи, могильщики слабые волны. И так продержится. Да все, мы создали непробиваемую оборону. Где непробиваемая оборона? Пора на охоту. Пора. Укажите мне путь. Во имя правосудия. Никто не уйдет. Самое время. Поторопись. Рок чертов. Жирный. Да и всего-то. У нас нет времени. Виновные будут наказаны. Укажите мне путь. Опа, золото кончилось, вот это поворот. Интересно, если я встану, не уйду. Нормально тогда. Ну. Дайте уже достроить, а? Кажется, мы теряем время. Жду приказа. Ни слова больше. Успейте, священный водица. У нас нет времени. Поторопись. Пора. Меня будить. Укажите мне путь. Ваш ход. Хорошо. Слишком просто. Привет. Что случилось в наших лесах? Привет. А, теперь держаться всем с лишним скучнейших на свете минут. Поторопись. Ладно, давайте хоть пойдемте разведаем, что там да как вообще. Готово. Или Дан где-то здесь. Тут даже только продержаться и все. Ничего особого нет. Или Дан где-то здесь. Пора. Вот они идут. Я не отступлю. А, закрытые врата. А. Самое время. Так, готовы? Пора. Готовы. Или Дан где-то здесь. Самое время. У нас нет времени. Держитесь, точнее, эльфы, держитесь. Атаки усиливаются. Виновные будут наказаны. То есть они в прямом смысле усиливаются. Иридан где-то здесь. Откуда-то создают враги. У нас нет времени. Да, вроде ничего не усилилось. Виновные будут наказаны. Шумят деревья. Укажите мне путь. Что случилось в наших лесах? У нас очень прочный оборонительный рубеж.
Нет, здесь не стоит, здесь вообще слабенько. А вот на мид можно поставить. Смотрящие готовы. Почту за честь. Ты не можешь сюда прийти? Конечно. Как я люблю. Теперь можешь. Природу. Почту за честь. На нас напали. Конечно. Мне кажется, мы теряем время. Я отступлю. Бедняги ничего сделать не могут. Я не отступлю. Служу закону. На нас напали. Иллидан где-то здесь. Кто-то осмелился сюда подойти. Готово. Готово. А вот... А это почему-то уязвимо. Наш город осаждают враги. Пора на охоту. На нас напали. Наконец-то замочили. Опа! Атаки действительно усилились. Я вас недооценил. Мне кажется, мы теряем время. Пора на охоту. Поторопись. Так, пора-ка сюда что-нибудь тоже присобачить. Служу закону. Ладно, этих жуков рассеять никак нельзя. Мне кажется, мы теряем время. У нас нет времени. Мне кажется, 4 минуты мы продержимся, и так. Пора на охоту. Туплю. Чтобы восстановить себе маны, сколько его жрает она из колодца. Так, а здесь не нравится мне уже. Наш оборонительный рубеж начинает прорывать. 135 на 4. Не хватает. У нас нет времени. Привет. Смотрите, их атаки с броней усилились. Ясно, что они такие сильные. Виновные будут наказаны. Самое время. На нас напали. Что случилось в наших лесах? Нет времени. Так, здесь, я думаю, сами справятся прекрасно без нас. Виновные будут наказаны. У нас нет времени. Пора на охоту. Никто не уйдет. Я не отступлю. Готово. Готово. Почему их не готовы? Ого. Во имя правосудия. Ребятки, становится жарко. Никто не уйдет. Не могу не признать. Иллидан где-то здесь. На нас напали. Иллидан где-то здесь. Наш город осаждают враги.
Так, ну что это, минуты 10 вообще расслабиться могу. Пойду-ка я сюда. Самое время. Служу закону. Так, ребятки. Смотрите-ка, какой гость к вам пришел. Служу закону. Я не отступлю. Наш город осаждают враги. У нас нет времени. На охоту. Иллидан где-то здесь. Самое время. Я не отступлю. Что-то... Не знаю, что прорвали. Но прорвали. На нас напали. Поторопись. Все, 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Не успели. Проклятые нежити. Даже не успел. Стой, тюремщица, у меня к тебе хорошее предложение. Ты смеешь говорить мне такое после того, как ты убивал мой народ? Я не буду слушать, а ты сама сделала свой выбор. Познаешь гнев рока. Ты видишь, на что мы способны. Ты жалкий маг. Мне нет на тебя времени, ты умрешь, но позже. А сейчас, как видишь, мне надо уходить. Ты никуда не полетишь, змеи. Выдышь. Это все. Взять ее. Повелитель тьмы сам решит, что с ней делать. Нет! Повелитель тьмы будет рад новому воину. Вот так вот мы флаханули.